Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем видеоуроки на тему «Как подготовиться и успешно сдать единый государственный экзамен по английскому языку». Я Ратовская Светлана Викторовна, доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания, расскажу об особенностях задания номер 40 раздела 4 «Письмо». Включаем презентацию. План нашего видеоурока. Мы ознакомимся, что такое письменное высказывание, какие особенности задания 40, как оценивается задание 40, и я предложу технологию написания высказывания. Дам рекомендации. Уточним, что мы понимаем под выражением «письменное высказывание», какие существуют типы письменных высказываний. Итак, письменное высказывание – это логичный, аргументированный текст, нейтральный по стилю, решающий коммуникативную задачу за счет содержания, организации, объема. Это может быть эссе или сочинение. Мы будем использовать слово «эссе» или «очерк». Какие бывают типы эссе? Эссе – решение проблемы или проблемное. Особенностью его является глобальная общеизвестная проблема, которая требует решения. Вам необходимо показать, что вы умеете ее понять, объяснить причины и следствия, предложить способ решения. Эссе «За и против» или эссе «Сравнение». Необходимо показать умение раскрыть тему с противоположных точек зрения. Нет необходимости высказывать свою точку зрения. Эссе «Мнение» или «Opinion Essay», где необходимо продемонстрировать умение излагать собственные мысли и их обосновывать. Повествование ведется от первого лица. Именно задание 40 предполагает, что вы умеете писать эссе «Мнение». Какие особенности задания 40? Друзья, хочу сказать, что задание 40 является заданием высокого уровня сложности. И если взять за образец общеевропейскую шкалу, то задание соответствует уровню B2. Обратимся к содержанию самого задания. Обратим внимание на то, что задание представлено на русском и английском языках. В части на русском языке обратим внимание на то, что нужно выбрать одно тематическое высказывание и написать свое мнение на тему. Тематические высказывания представлены в пункте 40.1-40.2. В части задания на английском языке предложены варианты высказываний. И подразумевается, что вы уже определились с одним из них. Спрашивается о вашем мнении. Предлагается количество слов – 200, 250 и план высказывания. Необходимо следовать точно предложенному плану высказывания. Use the following plan. Напишите введение – introduction. И в скобочках нам предлагается, что данное высказывание, которое вы выбрали – перефразируйте, укажите проблему. Пункт второй плана. Напишите свое собственное мнение и дайте 2-3 причины, почему вы так думаете. Пункт третий. Напишите противоположное мнение и дайте 1-2 аргумента. Пункт четвертый. Напишите, почему вы не согласны с противоположным мнением. Пункт пятый. Предлагает вам закончить ваше высказывание заключением и еще раз уточнить свое собственное мнение. Друзья, напоминаю, что ответ на задание 40 записываем в бланке ответов номер 2. Это задание проверит ваше умение письменно представить ваши рассуждения в соответствии с определенными правилами и форматом. При этом ваши рассуждения должны опираться на ваш личный опыт. Этим обуславливается как тематика задания, так и, соответственно, особенности подготовки к нему. Забегу вперед и скажу, что тот навык, который вы приобретете при подготовке к заданию, поможет вам в дальнейшем логично и грамотно за ограниченный период времени донести до слушателя, читателя важную для вас информацию. Этот навык является значимым для успешной современной коммуникации. Итак, умения, которые вы должны показать, решая задание номер 40.
Это высказать свое мнение, привести аргументы, доказательства, примеры. Сделать выводы. Последовательно и логически правильно построить высказывание, используя соответствующие средства логической связи, а также правильно оформить высказывание стилистически в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Анализ работ предыдущих участников экзамена позволил выявить определенные трудности, а именно в понимании целостного высказывания. Если участник экзамена не понял целостного высказывания, его сущности, проблемы, соответственно, идет возможность в том, что он подменит тему высказывания. Также бичом становится заимствование. Существует различное количество топиков. Обучающиеся их заучивают, а затем дословно пересказывают заученные предложения. Так вот, дословное совпадение отрезка письменного высказывания 10 слов и более учитывается как ошибка. Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при повышении 30% от общего количества слов работа оценивается в 0 баллов. Типичными ошибками являются также несоблюдение стиля письменного высказывания. Запомним, стиль эссе «Мое мнение» нейтральный, поэтому считаются ошибками сокращенные формы. Обратим внимание на указанные сокращенные формы «I'm» – утвердительное предложение, «is not don't» – отрицательное предложение, «can't» – модальный глагол. Это три разные ошибки. Считаются ошибками также сниженная разговорная лексика и конструкции различного характера, а также использование скобок, восклицательных и вопросительных знаков. Ошибкой будет, если вы используете формат в эссе «за» и «против». Маркерами данного формата служат использование вспомогательных слов «firstly», «secondly», «finally», выражение «on the other hand». Также часто участник экзамена не соблюдает количество слов. Пишет либо меньше, либо больше. Так вот, эссе, которое содержит менее 180 слов, оценивается в 0 баллов. Нужно научиться считать слова. Конечно, существует погрешность 10%, и эксперты учитывают. Соответственно, если вы написали больше 250 слов, плюс 10% – это 275, эксперт очертит красной линией посчитанные 275 слов и дальше проверять не будет. Слова в заголовке, которые повторяют тему, не считаются. Не нужно также в заголовок перефразировать тему. Предполагается, что вы сразу же перейдете к написанию текста. Обратите внимание, что считается как одно слово – аббревиатура, слово, где есть дефис, сложное слово, числительное. Обратим внимание и на следующие ошибки. Это неумение сформулировать проблему в начале высказывания и сделать вывод в заключении. Неправильное использование средств логической связи. Неправильное деление текста на абзацы. Заключение без позиции автора. А также лексико-грамматические и орфографические ошибки. Как оценивается задание 40? Обратим внимание на то, что максимальное количество баллов, которые вы можете получить за эссе, 14 баллов. Какие же аспекты проверяет эксперт? Организация текста или структура, решение коммуникативной задачи или содержание, лексическая грамотность или языковое оформление текста, грамматическая правильность речи. За эти аспекты вы получаете по 3 балла и 2 балла за правильность орфографии и пунктуации. В дальнейшем в нашей презентации мы разберем каждый аспект по отдельности. Я предлагаю технологию написания высказывания, учитывая критерии оценки каждого аспекта.
Итак, структура письменного высказывания оценивается логичностью высказывания, правильным делением текста на абзацы, правильным использованием средств логической связи. Какие можно дать рекомендации, чтобы вы успешно сдали единый государственный экзамен по английскому языку? Нам предложили в задании 40 5 пунктов. Эти пункты можно определить как тремя частями. Первая часть – вступление, первый абзац. Вторая часть – основная, где вы покажете, что умеете излагать свою точку зрения, противоположную, работать с противоположной точкой зрения – это 3 абзаца. И заключение. Абзацы отделяются пустой строчкой или отступом, красная строка. Они могут отличаться по объему. Самые логичные абзацы – введение и заключение. В каждом абзаце рекомендую написать по 3 предложения. Необходимо использовать средства логической связи или слова-связки. Фразы-клише для выражения мнения, представления аргументов, причинно-следственной связи. И запомните, что предложение нельзя начинать со слов and, but, because. Критериями оценивания содержания письменного высказывания являются вступление, постановка проблемы, мнение автора с аргументами, другие точки зрения, объяснение, почему автор не согласен с другими точками зрения, заключение, выводы. Объем высказывания соответствует поставленной коммуникативной задаче. Итак, содержание письменного высказывания. Обратим внимание на каждый из абзацев. Так, первый абзац – это вступление. Пожалуйста, не повторяйте слово в слово высказывание, предложенное в задании. Перефразируйте его. Начните введение с общего представления темы. Например, рекомендуют эксперты «The subject of» – определите тему – «has been under heated debates recently». Это ваше первое предложение. Затем выделите положительные и отрицательные аспекты проблемы. Это второе предложение во вступлении. Укажите, что дальше вы будете высказывать свою личную точку зрения. Третье предложение. И переходите ко второму абзацу. Во втором абзаце выразите свою точку зрения, усилив ее 2-3 развернутыми аргументами. Используйте вводные слова и выражения для утверждения своей точки зрения. In my opinion, to my mind, it seems to me that, I would argue that. Обратите внимание на то, что вводные конструкции выделяются запятыми. Осторожно используйте firstly, secondly, finally. Не пишите I think. Это скучно и неинтересно. Не присоединяйтесь к группе других мнений. Третий абзац. Начните с выражения противоположной точки зрения, используя вводные слова и выражения. Предлагаю первое предложение начать так. There is an opposing opinion. Второе предложение. Contrary to what most people believe. Третье предложение. In their view. И так далее. Осторожно используйте on the other hand. И не нужно обосновывать аргументы. В четвертом абзаце выразите свое несогласие с противоположной точкой зрения. Приведите 2 контраргумента. Что такое контраргументы? Это примеры и факты из жизни, противоположные доводам вашего оппонента. Фразы для контраргументов. Обратите внимание, какие фразы можно использовать для первого контраргумента и для второго. Обратите внимание, что вводные слова
выделяются запятыми. Никуда не денемся без for example, for instance. И не нужно в этой части придумывать новый аргумент. Пятый абзац – это заключение. В заключении еще раз укажите на проблемный характер темы, окончательно сформулировав свою точку зрения с учетом противоположной. Опишите ту же самую мысль, что и во введении, но другими словами. Фразы для заключения. In conclusion, I believe that, to sum up, all in all. Не пишите, пожалуйста, I cannot agree with this opinion. Эксперт обязательно спросит, с каким мнением. И помните, что если за содержание эссе поставлено 0 баллов, то все эссе оценивается в 0 баллов. Следующий аспект, который проверяет эксперт, это лексическая грамотность. Критерии оценивания. Соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задачи. Достаточное использование лексических единиц. Друзья, выбирайте те слова, которые наиболее точно и ясно передадут авторскую мысль. Уделите внимание навыкам словообразования, использования иноязычных слов. Образность речи придадут использование синонимов, антонимов, фразеологизмов, метафор, символов, дат. Помните, слова-связки теряют эффективность при повторении. Не повторяйте одно и то же слово в одном предложении. Давайте сравним простые предложения. I have to buy some milk because I have no milk. Мне надо купить молока, так как у меня нет молока. И I have run out of milk, so I need to buy some. У меня закончилось молоко, мне надо его купить. Второй текст более лексически богатый. Также не нужно переводить дословно с русского на английский язык идиому, пословицу, фразеологическое выражение. Грамматическая правильность речи – это следующий аспект, который будет оцениваться экспертом. Критерии его оценивания. Соответствие грамматических структур поставленной задачи. Соблюдение грамматических правил. Запомните, в английском языке важен порядок слов в предложении. Правильно употребляйте существительные, прилагательные, наречия, предлоги, а также видовременные формы глагола. Используйте инфинитивы, герундии, сослагательное наклонение, страдательный залог и сложные дополнения. Помните, что задание 40 – это задание высокого уровня сложности и соответствует уровню B2 по общеевропейской шкале. Скажите «нет» сокращенным формам. I'm, isn't, don't, can't. Потому что эссе «Мое мнение» стиль имеет нейтральный. Правильность орфографии. Критерии оценивания данного аспекта. Соблюдение орфографических правил. Правильное написание слов просто зазубрите. Например, запомните, cannot пишется слитно. На этом слайде я указала 4 правила. Именно в этих правилах участники экзамена часто делают ошибки. Правила удвоенных согласных. Planning, beginner, saddest, winner, occurring, but authoring and writer.
Правило 2. I перед и слова peace, field, achieve и так далее. Правило 3. И перед I после see. Receive, ceiling, conceive, but science. Правило 4. И versus ES во множественном числе. Photos, videos, studios. Правильно, правильность пунктуации, критерии оценивания. Соблюдение правил пунктуационного оформления речи. Скажите «нет» восклицательным знаком. Скажите «нет» вопросительным знаком. Не используйте риторические вопросы. И, пожалуйста, не пишите в введении «who is right». Эксперт обязательно спросит, да как, кто же действительно прав? Запомним важные функции запятой. Запятая призвана прежде всего разделить несколько мыслей, мнений, соотнести одну мысль с другой, уточнить значение, а также обозначить нужную интонацию. Давайте запомним тогда то, когда мы поставим запятую. Поставим запятую при перечислении однородных равнозначных прилагательных. Посмотрите, пожалуйста, пример. Так же, как и в русском языке, мы поставим запятую после перечисления прилагательных. She was strong, independent, beautiful. Она была сильной, независимой, прекрасной. Перед союзами and, or или но. Перед последним пунктом при перечислении трех и более элементов. Я обращу внимание ваше на эту запятую. Она называется серийная запятая, serial comma, или оксфордская запятая. Серийная запятая всегда ставится, если смысл высказывания можно понять по-разному. И особенность ее в том, что использовать ее не обязательно. В русском языке аналогов такой запятой нет. Посмотрите, пожалуйста, на пример. И если можно, союз and заменить в русском языке на «а также», то запятую мы поставим. Запятую поставим перед союзами «but», «o», «and», «so», тогда, когда они разделяют два отдельных предложения. Но если предложение простое, то запятую мы ставить не будем. Grammar is boring, but necessary. Обратим внимание на то, что запятую поставим при выделении дополнений, причастных оборотов, вводных слов и выражений. Также запятая ставится при выделении определительных придаточных предложений, если они несут дополнительную информацию. А также в датах между днем месяца и года, а также после года. Обратите внимание на предложенный пример. Не поставим запятую перед союзами that, because, when, while, if, as, although в середине предложения. Нет запятой после союзов because, although. Не выделяются запятыми ограничительные определительные придаточные предложения. Например, it was the best film I have ever seen. В русском языке запятую мы обязательно поставим. Это был лучший фильм, который я когда-либо видел.
Не поставим запятую в определительных придаточных предложениях, в которых смысл высказывания без придаточного предложения может быть потерян. Например, he does not know where they live. В русском языке запятая есть. Он не знает, где они живут. Не поставим запятую в коротких, сложно сочиненных предложениях. I paint and she reads. Я рисую, а она читает. В русском языке запятую обязательно поставим. Обратив внимание, когда мы ставим запятую, а когда точку, если используем числительные. Запятую поставим для обозначения разрядов числительных – сотен, тысяч, миллионов. Десятичные дроби оформляются запятой. Сокращения, которые состоят из первой и последней буквы слова, в британском варианте английского языка используются без точки. Обратите внимание на примеры. Уважаемые слушатели, в отведенное нами время мы определили, что такое письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение», как оно оценивается экспертами. Уделили внимание технологии написания эссе мнений, рассмотрели примеры. Получите удовольствие, радость от создания текста. Старайтесь, чтобы ваше эссе было cohesive as well as coherent. И общие рекомендации, которые мне хотелось бы вам дать. Прочитайте 10 разнообразных эссе. Оцените прочитанное эссе, уделите внимание предложенным критериям оценивания. Напишите 10 собственных эссе на различные темы. Проверьте сами написанное вами эссе. Особую услугу вам окажет друг или учитель, если прочитает и оценит ваше эссе, а вы проанализируете ошибки. Рекомендуемый ресурс для подготовки к заданию 40 – это British Council. Best of luck for your exam. Надеюсь, что советы, которые вы получили по подготовке к успешному выполнению задания 40, будут вам полезны. Ждем ваших вопросов и обязательно на них постараемся ответить.